Что ж, сегодня мы начнем с вами изучать третью часть нашего курса, и нашей темой будет «Доктрина о Боге». Нам предстоит понять предмет богословских дебатов, которые не прекращаются вот уже на протяжении многих-многих лет. И хотя, быть может, сейчас эти дебаты не так остры, как, скажем, 10-20 лет тому назад, но это не потому, что люди перестали обсуждать эти темы, а скорее потому, что большинство уже сформировало свои взгляды, многие уже сделали для себя определенные выводы, хотя остается еще очень много тех, кто даже не слышал о предмете этих споров. Но если их познакомить с предметом обсуждений, то им очень легко будет запутаться во всем этом. Поэтому я хотел бы прояснить все то, что происходит в богословском мире, чтобы мы сами не запутывались во всем этом. Итак, что же сейчас обсуждают в богословском мире по этому вопросу? Под сомнение ставится классический теизм. Это представление о Боге, которое царило в умах людей на протяжении многих столетий. Такое понимание Бога разделяла первая церковь, затем она это понимание пронесла сквозь века, вплоть до средних веков. И можно сказать, что даже вплоть до 20 века, и вы можете обнаружить, что по большей части это понимание типично консервативной части христианской церкви, и я даже включил бы сюда римскую католическую церковь, хотя понятно, что есть много различий между католиками и евангельскими христианами. Но, тем не менее, и те, и другие придерживаются, или, во всяком случае, пытаются придерживаться библейского взгляда на Бога и Его отношение к этому миру. Такое представление о Боге было характерно Ансельму, Фоме Аквинскому, о чем можно судить по тем трудам, которые эти богословы написали, а также и многим другим богословам было характерно такое понимание. Если вы откроете книги по систематическому богословию, которые были написаны даже евангельскими христианами в XIX веке, то вы там также найдете понимание Бога, которое можно назвать классическим теизмом. Но в последнее время с разных сторон классический теизм подвергается различным ударам. Для кого-то, быть может, это совсем не удивительно, для кого-то наоборот. С одной стороны, это так называемый процесс теизма. Это совсем не евангельский взгляд, и он даже на это не претендует. Это своего рода попытка использовать метафизику процесса, включить туда какие-то библейские понятия и тем самым получить что-то наподобие теизма, какую-то концепцию о Боге. Но такой подход к пониманию идеи о Боге представляет его биполярным или дипольным существом. И под этим подразумевается вот что. У него есть интеллектуальный или концептуальный полюс, который включает все возможное, чем Бог может стать. А также у него есть физический полюс, который включает все то, кем Бог на самом деле стал. И когда вы изучаете процесс теизм, то у вас получается такая картина, некий гигантский биологический организм, который включает в себя некий физический элемент, и в то же время он может расти, изменяться, совершенствоваться. Что ж, если процесс теизм, очевидно, подразумевает идею о том, что Бог имеет в себе физический полюс, то хотелось бы понять, что это за физический полюс. И для богослова, который придерживается такого взгляда, физический полюс — это как раз и есть физическая вселенная. И если посмотреть вокруг, то можно увидеть множество изменений, которые происходят в нашей вселенной. Налицо рост и развитие.
И все это свидетельствует о том, что и сам Бог точно так же растет и изменяется, проходит через какие-то испытания и страдания. Ему приходится претерпевать и делать практически все то, что мы, будучи людьми, делаем и испытываем. Что ж, если все на самом деле так, то тогда традиционное или классическое понимание Бога, согласно которому Он абсолют и совершенство, что в нем нет и тени перемены, и так далее, и далее. Вот тогда такое представление не может быть принято. И поэтому представители процесс теизма утверждают, что их понимание Бога намного-намного лучше, чем понимание классического теизма. И также они говорят, что, по их мнению, их представление лучше согласуется с тем, чему учит Библия, чем представление классического теизма. Потому что в Писании вы видите примеры, когда Бог меняет свое решение, скажем, Он разгнивался на израильский народ, Моисей вступается за народ, и после этого Бог меняет свое решение и не уничтожает народ. И также есть примеры, когда Бог, казалось бы, узнает что-то новое для себя, чего он раньше не знал. Например, то, что Авраам прошел испытание в Бытие 22, где Бог говорит, что «теперь-то я знаю, что ты поистине любишь меня, раз не пожалел первородного сына своего». И те, кто придерживается процесса теизма, говорят, вот посмотрите, есть то, что Бог раньше не знал. Затем он узнает это впервые для себя. И это пример тех изменений, которые происходят в Боге. А согласно представлению классического теизма, вот эти тексты, которые я только что упомянул, объясняются таким образом, что это примеры антропоморфизма, что Бог не меняется буквально каким-либо образом. И, конечно, Он не становится более знающим, чем был раньше. Он знает все. Но это именно из-за нашего восприятия Его. Нам кажется, что Он меняется. И поэтому, когда мы описываем происходящее нашим языком, то мы говорим о том, что Бог поменял свое решение, или Бог сказал «теперь я знаю». Это лишь отражает попытку представить Бога единственным возможным языком в тех категориях, которые у нас есть, а именно тем языком, который описывает поступки человека. А человек, он всегда находится в процессе изменения. И со временем есть надежда, что он узнает все больше и больше. Что-то вроде этого. Сторонник же процесса теизма скажет вам, что когда вы читаете Писание и видите подобные тексты, то его представление о Боге, растущем, меняющемся, совершенствующемся, более точно, чем в классическом теизме. Потому что классический теизм все это отрицает и списывает на антропоморфизм. Что ж, вот с одной стороны у нас есть процесс теизм, с другой стороны у нас есть классический теизм. Но за последние два десятилетия сформировался еще один подход. И сторонники этого подхода называют себя евангельскими христианами. Хотя это очень спорный момент, на самом деле они евангельские христиане. Этот подход получил название «открытый теизм». Сторонники этого подхода долгое время наблюдали за спором между процессом теизмом и классическим теизмом. И в итоге согласились с некоторыми доводами, которые выдвигают сторонники процесса теизма. Да, открытый теизм не соглашается с представлением о биполярном Боге, но они согласны с тем, что Бог может меняться, может передумывать в каких-то случаях, менять свое решение,
свое отношение. И таким образом объясняют тексты, когда Бог сначала гневается, потом люди каются, либо Моисей заступается, и Бог меняет свое решение, решает сохранить народ. И если верить сторонникам открытого атеизма, то это истинные изменения в Боге, а не примеры антропоморфизма. Что ж, сторонник открытого атеизма, как и сторонник процесс атеизма, верит в то, что хотя Бог и знает много всего, и даже сторонник открытого атеизма может признать, что Бог всезнающий. Это просто лишь означает то, что Бог знает все, что можно знать, а будущее — это то, что просто непознаваемо. Почему же будущее нельзя знать? Да потому что у человека есть свободная воля. И дальше аргумент строится таким образом. Если у человека настоящая свобода, то невозможно предсказать, какой выбор они сделают. И нельзя их склонить в сторону того или иного решения, потому что в этом случае их поступок уже не будет полностью свободным. Поэтому, согласно открытому атеизму, как, впрочем, и процесс атеизму, Бог не знает будущего. А так как Он решил поделиться какой-то частью Своей власти с людьми и не заставляет их делать всего, чего Он сам хочет от них, то вполне возможно, что некоторые решения людей будут неожиданными и для Него, и Он должен как-то на это отреагировать. Поэтому Бог открытого атеизма открыт для будущего и для всего, что там может произойти. Да, пожалуйста. Несколько лет назад я прочел книгу Пинока, и, как мне показалось, он как раз сторонник открытого атеизма. И, насколько я понял, он утверждает, что Бог знает все возможные пути развития будущего, но не знает, какой из этих путей на самом деле осуществится. Что ж, может, кто-то из тех, кто придерживается взглядов открытого атеизма, так и говорят, но в целом их учение отличается. Они в основном говорят, что будущее непознаваемо, если у людей на самом деле свободная воля. Тогда невозможно предсказать, как они поступят в той или иной ситуации. Ну что ж, у вас может возникнуть вопрос, а как же они объясняют пророчества о будущем, записанные в Библии? И мы об этом более подробно будем говорить дальше в нашем курсе, но позвольте несколько замечаний. Они на самом деле пытаются разделить все пророчества на три категории. Одни пророчества говорят о том, что Бог единолично решил сделать в будущем. Это целиком Его решение. Поэтому эти дела не зависят от свободной воли людей. Поэтому люди никак не смогут помешать исполнению этих решений. Поэтому Бог сделает то, что Он хочет, тогда, когда Он хочет. И если Он говорит нам о том, что Он сделает это в будущем, ну что ж, мы можем в это верить. Но есть еще и другие пророчества, где Бог говорит о том, как поступят в будущем люди. Но согласно учению открытого атеизма, эти пророчества основываются на знании Бога людей, их прошлого, их личностей, их особенностей, их склонностей. Поэтому речь идет не о том, что они будут делать в далеком будущем, а о том, что Бог предсказывает то, что, скорее всего, произойдет, что очень вероятно, что в ближайшем будущем, потому что Бог знает все, что было в прошлом, что есть настоящим, и зная все это, зная людей, зная их личности, зная их наклонности, то не так уж и сложно для него предсказать то, что они сделают, как они поступят, скажем, на следующей неделе, в следующем месяце или, может быть, в следующем году. Есть еще одна категория пророчеств, согласно учению открытого атеизма. Это условные пророчества. В них, по сути, говорится следующее. Если то-то и то-то, и речь идет о каких-то людях, сделает следующее, то тогда и Бог поступит соответственно.
И, конечно, если то-то и то-то так не поступит, то и Бог ничего не сделает. И понятно, что условные пророчества наподобие этих не запечатывают будущее как абсолютно неизбежное. Будущее зависит от конкретного человека, что он изберет делать в конкретном случае, поступит он так или нет. И если он сделает то, что хочет Бог, то и Бог сделает свою часть. А если человек не сделает, то и Бог не сделает. Что ж, это то, как открытые теисты рассматривают библейские пророчества. И они считают, что таким образом объясняют все пророчества, содержащиеся в Писании, и это согласуется с учением о том, что будущее зависит от поступков людей. И согласно этому учению, Бог лишь реагирует на поступки людей, делая то, что Он считает необходимым, основываясь на том выборе, как мы используем свою свободную волю. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, есть также некоторые евангельские богословы, и, конечно, они не заходят так далеко, как процесс теисты, и не идут той дорогой, которую идут открытые теисты, но они также выражают некоторую озабоченность учением классического теизма. И они считают, что надо внести хоть какие-то изменения в то, как традиционно понимается Бог. Что ж, вы можете сказать, все это интересно, но можно ли немного более конкретнее, в чем же суть спора? Что ж, все разногласия в основном сводятся к двум основным вопросам. И первый вопрос касается понимания ненравственных атрибутов Бога. И вот если вы посмотрите свои конспекты, то вы увидите таблицу, и мы ее сейчас высветим на слайдах. В ней перечислены ненравственные атрибуты Бога. И мы внимательно рассмотрим эту таблицу и обсудим каждый из перечисленных здесь атрибутов. И мы посмотрим, придерживается ли вера в этот атрибут классический теизм, открытый теизм, процесс теизм. Итак, это часть споров, которые ведутся. Но есть еще один вопрос. Он касается Божьего всемогущества и Его суверенного контроля в этом мире. Является ли Бог таким суверенным владыкой, божественным монархом, в руках которого вся власть, и Он ей не делится ни с кем, и всегда, во все времена, получается так, как Он хочет? Ему никогда не надо менять своего отношения, ему не надо менять его планов или что-либо подобное. А его творение, ну, некоторые скажут, что люди в этом случае не обладают настоящей свободной волей. Или если у них и есть что-то наподобие свободной воли, то это не то, как большинство из нас понимают свободу. Но, с другой стороны, есть те, которые говорят, ну что ж, Бог действительно всемогущий, но ради той самой свободной воли людей Бог настолько любит нас, что Он решил разделить ту власть, которая у Него есть, с нами. Поэтому Он оставляет место для наших желаний, наших хотений, не всегда прибегая к своей власти в каждой конкретной ситуации. И тем самым Он оставляет место для наших решений. И уже на основании того, как мы решим и как мы поступим, Он уже будет соответственно реагировать и поступать по отношению к нам.
И из двух этих вариантов использования Богом своей власти и своего могущества в этом мире становится ясно, что в соответствии со вторым вариантом Бог ближе к творению, более открыт для их поступков, и даже более того, Он готов поделиться частью своей власти с ними. Первое же понимание Божьего могущества изображает его безразличным к тому, какими могут быть наши конкретные планы. И он ни при каких условиях не изменит своих планов, не будет приспосабливаться к нам. И более того, необходимо сказать, что в соответствии с первым вариантом у Бога есть свое мнение по поводу всего. Но в соответствии со вторым вариантом, у Бога есть некий общий замысел, но не конкретное мнение по всему, что когда-либо происходило и будет происходить, потому что в таком случае не останется места для свободной воли человека. Что ж, споры ведутся не только вокруг этих двух пониманий, но есть кое-что еще, о чем я хотел бы вам сказать. То, как представлены эти споры, и то, как они ведутся, дает ясно понять, что те люди, которые придерживаются классического взгляда на ненравственные атрибуты Бога, и мы вскоре начнем их обсуждать, то такое понимание, что если вы придерживаетесь вот этих атрибутов Бога, то тогда неизбежно вы придете к заключению, что Бог — абсолютный монарх, суверенный владыка, в руках которого вся власть, и Он не делится ей с творением. Он всегда поступает по-своему, по своей воле, и что мы желаем, что мы хотим сделать, все это для Него не важно. И далее строится аргумент, если вы принимаете ненравственные атрибуты таким образом, что Бог более открыт для творения, который ближе к творению, то тогда это согласуется с пониманием, согласно которому Бог делится своей властью со своим творением. И что ж, да, у Него всегда будет право вмешаться в наши дела и сделать все так, как Он хочет. Но чаще всего Он этого не делает, не вмешивается в наши дела и не ограничивает нашу свободу. И что ж, вы видите, что эти два взгляда на Бога достаточно отличаются друг от друга. С одной стороны, Бог, который есть абсолютный монарх, кто неизменен, никогда не меняет свое решение из-за того, что с нами происходит, который все контролирует и не оставляет свободы, и даже минимальной свободы, если хотите, для своего творения. Это представление отличается от представления о Боге, который вовлечен в то, что происходит в этом мире, который меняет свое отношение, изменяет свои решения, и он не знает всего о том, что будет в будущем, потому что ему нужно подождать и узнать, как поступит его творение. И это тот Бог, который оставляет место для желаний его творения, оставляет свободу и право выбирать то, что человек хочет. И, как я уже сказал, предпосылка вот в чем. Если вы придерживаетесь классических атрибутов Бога, то вы неизбежно придете к классическому пониманию Бога как абсолютного монарха. Но если вы придерживаетесь иных взглядов, если вы отвергнете классическое понимание ненравственных атрибутов Бога, то тогда неизбежно вы придете к пониманию Бога, который гораздо более открыт к тому, чтобы поделиться своей властью. Моя личная позиция, которую отразил в своей книге, и я поделюсь ей на этом курсе, и она состоит в том, что эти две позиции не взаимоисключающие. Вы можете придерживаться классического понимания атрибутов Бога,
может быть, слегка что-то изменив, но все-таки понимать Бога как того, кто заботится и внимает этому миру, кто соприкасается с этим миром. Да, Он абсолютный монарх, Он царь, но Он царь, который заботится. Он не такой царь, который восседает где-то там на небе, и его ничего не заботит из того, что происходит здесь на земле, в нашей жизни, в нашей истории. И мы с вами посмотрим, возможно ли на самом деле придерживаться того, что на самом деле похоже на классический теизм, принимать не нравственные атрибуты и в то же время не ограничиваться вот этим, как бы сказать, репрессивным или даже, можно сказать, деспотическим пониманием Бога и Его суверенного контроля в этом мире. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.